Югорская ватерполистка принимает участие в мировой лиге по водному поло. Анна Тимофеева снова была удостоена высшей чести выступать за сборную России на престижных соревнованиях. Первый этап лиги завершился в Испании. Здесь россиянки уступили хозяевам бассейна с минимальным отрывом. Итог игры 9-8. Следующий этап состоится в середине декабря. Сборная России сыграет с ватерполистками Нидерландов.